Всем привет! Давно не виделись. Я очень рада вас всех здесь видеть. И что вообще произошло за это утро? Я успела прибраться. Посмотрим, давайте, как я тут прибралась. Мама ми. Вот так вот. Орешки грецкие поела. Вот такая вот чистота. Сейчас я хочу сходить позагорать в солярий, потому что я начала замечать, что у меня пропадает мой загар. Он начинает облизать, потому что я обгорала. А мне очень нравится загорелое тело, и как бы не хотелось бы, чтобы это куда-то уходило, пропадало, поэтому идем загорать. Далее я пойду завтракать, потому что я толком еще не ела. Не знаю, мне куда-то лень далеко идти. У меня здесь рядом в авиапарке Starbucks. Ой, Star Scotch. Все, уже пока, короче. Дубай головного мозга. Вот, у меня здесь Star Scotch, и пойду пить кофе от Тимати. На голове, ну, что-то вообще неадекватное, что-то вообще непонятное. Оставшиеся со вчерашней укладки на Dyson. Кстати, я вам жаловалась, то, что вообще не могу сделать укладку на Dyson, но вчера у меня получилось именно то, что я всегда хотела. Я вот сюда куда-нибудь прикреплю фотографию. Получилась у меня укладка на пятый раз. Не знаю, каким образом я делала абсолютно все то же самое. Тем более, я вчера ходила только на учебу, вообще мне никуда не надо было, и как назло у меня получилась укладка. Так. Что вообще у меня по образу на сегодня? Я обожаю вот такие вот луки в ЗГ, абсолютно везде, в Инстаграме, в Ютубе, хоть на это где, показываю. Просто моя любовь. Armani Emporia. Изначально я хотела пойти вот так вот без пиджака. Мне кажется, так бы вообще клево, классно смотрелось с сумочкой. Но, так как у нас 18 градусов, приходится надевать что-то сверху. Ну что, на ногах у меня тоже постоянно теперь ношу эти конверсы, просто мне как-то все это в совокупе нравится. К вам выходить мне стало максимально комфортно, мне не хочется из себя кого-то строить, что-то там, какие-то маски делать, что-то там замазывать, не замазывать, вообще пофиг абсолютно. Мы все просыпаемся как бабуины с утра, и сейчас вот у меня как раз таки то самое утро, когда я поздно легла спать, где-то в 3 часа ночи, потому что монтировала для вас влог из Дубая. Кстати, кто его еще до сих пор не посмотрел? Переходим, их целых 2. Ну что еще сказать? Я иду на концерт Макана. Кстати, насчет ароматов, что у меня вообще сейчас в коллекции, что происходит. Зелинский. Я в своем инстаграме уже говорила о том, что вообще мне не вкатило, я не понимаю. Мне не нравятся травяные вот эти вот запахи, ароматы на своем теле. Да, классно подходит для какого-то ресторана. Да, для кофемании клево, классно. Мне нравится аромат, который раскрывается на человека. Что-то восточное, может быть, что-то вот не сладкое, что-то не травяное, что-то свежее. Я обожаю свежие ароматы. Что-то чистое, что-то не сладкое, вообще сладкий аромат ненавижу. И мама привезла мне попробовать разные ароматы из Челябинска. Я ее попросила, чтобы потом уже себе купить, не ошибаться, как, например, в Зелинске, купить целый флакончик. Что тут у нас? Aqua Universal. Universalis. Aqua Universalis. Мой английский где вообще? Скажу так. Очень вкусный. Молекула 01. Я вам говорила, что я фанат молекулы. Это тот самый аромат, который мне подходит, и все меня ассоциируют с этим запахом. Лихимпо. Как это, блин, произносится? Вы поняли, я вам сейчас все вот это вот вставлю, прочитайте, что надо. Я вообще в английском не алё. Мне лично больше молекула зашла, и вот этот. Вообще, кстати, знаю, что многие не любят делиться своими ароматами, своими парфюмами, потому что как раз-таки жадничают,
свой запах, не хотят, чтобы кто-то пах как он. Но у меня вообще абсолютно нет такого. Я ровно к этому всему отношусь. И, например, та же самая молекула, она раскрывается на каждом человеке по-разному. Так, ну и что вообще хотела, кстати, сказать. Вот вы видите вот этот вот квартирник, да, у меня. Я, наверное, вам даже сделаю обзор своей квартиры, в которой я живу в Москве. Что вообще могу сказать по этой квартире? Я живу здесь и снимаю квартиру. Это не моя квартира. Если бы была бы это моя квартира, я бы, конечно же, уже сделала давно бы там ремонт. Вот. А ремонт, вот, например, вот таких, да, вещей там, то есть серии. Я бы поменяла, сделала бы белый шкаф. В принципе, она меня устраивает. Я бы поменяла люстру, я бы поменяла холодильник, я бы поменяла бы стулья в любом случае, потому что мне они не устраивают. Шкаф бы поменяла, да? Но я не скажу, что эта квартира плохая, она классная. Ну, за свою сумму, которую я плачу, я понимаю, что я плачу здесь за местоположение, но не за эту квартиру. То есть она стоит намного меньше, по моим расчетам, но именно потому, что я живу в таком хорошем районе, и, в принципе, мне недалеко от центра, я плачу большие деньги за нее. И что вообще я решила? Я решила съезжать. В любом случае, я бы съехала, потому что мне хочется жить все мои 5 курсов в квартире, которые мне будет комфортно, которые я могу уже обставлять. Насчет покупки квартиры в Москве, это пока что рано вообще об этом говорить, потому что фиг знает, что я буду делать после окончания института, это уже только потом будем все решать. Вот. Но, в общем, просто я какие-то абсолютно базовые вещи не могу здесь поменять, потому что меня жаба душит, зная то, что я отсюда съеду. И как бы мне здесь нравится, здесь неплохо, здесь уютно. Мне все говорят, что у тебя уютно, ты обуютила эту квартиру. Все, что могла я сделать, я сделала. Но все равно мой дом это Челябинск, и когда я приезжаю в свою квартиру, я начинаю ценить там, где я жила. Потому что жила я в шикарных условиях, я это уже понимаю. Жила я в прекрасном доме с калиткой, там, с охраной, со всем подряд, с консьержами, и здесь этого нет. Мне этого не хватает, потому что дом обычно базовый. Вот, ничего тут особенного нет. Почему я вот сюда съехала? Потому что это был единственный вариант. Мы приехали в августе, еще под конец августа, и как бы там искать-то ничего было уже. Кто знает за квартиру в Москве, там, ну, очень сложно, во-первых, найти ее. Во-вторых, студенты, студентов практически не берут, потому что думают, что мы там курим, пьем, бухаем каждый день и тусим. И нам ничего вообще толком не могут сдать. Ну, и еще, как бы, мне местоположение очень важно было. Именно вот это вот, где я сейчас живу. Поэтому я приняла эту квартиру и считаю, что она достаточно неплохая. Опять же, не за эту сумму. Была бы она в 2 раза меньше, хотя бы на 20%, я бы согласилась. Если бы я жила где-нибудь там, за МКАДом, либо подальше, я бы жила бы в 2-комнатной охрененной квартире. Честно скажу. Время мое дороже, и вот этот кайф, когда ты встаешь за полчаса до института, приходишь и все, это супер. Это просто нереально, особенно для Москвы, потому что здесь, знаете, невероятно огромное расстояние. Ты можешь добираться час. Обязательно сниму как-нибудь вам влог, как мы будем переезжать, как мы будем искать квартиру, где, что и как. Я уже нашла себе варианты какие-то. Вот, может, когда-нибудь вообще возьму с вами ипотеку на себя. Может быть, мне кто-нибудь ее подарит, я не знаю. Так, показываю, что я взяла. Это Раф Ванила. В прошлый раз брала, мне понравилось. Еще я люблю фисташку. Раф фисташка называется. На светлой обжарке пью всегда. Не люблю крепкий кофе, люблю сладкий, вкусный кофе как десерт. И вот такая вот печенька, кукис, ела в Дубае, что-то похожее в Старбаксе. Но мне даже в России больше нравится наш кукис. Я вышла из Старс. Так, я сейчас иду на этот, на солярий. У вас не заребило в глазах?
Что я хочу вам рассказать? Я сходила второй раз в солярий, надеюсь, это что-то придаст какому-то укреплению моему загару, потому что я обожаю загар, я обожаю себя. Лицом я не особо загорела, потому что постоянно мы там умываемся, еще что-то делаем, макияж наносим, поэтому она не успела у меня так загореть, тем более у меня оно обгорело, а не загорело. SPF 15 не помог. То есть 38-градусная жара, это SPF там минимум 50 надо. Сейчас что у нас по планам, это я хочу сделать себе волосы, помыть, конечно же, их, сделать себе укладочку. Укладку не такую объемную, как вы думаете. Хочу, наоборот, выпрямить волосы, как-то закрутить концы, посмотрю вообще, что из этого выйдет, потому что я еще такую укладку не делала. Ну и начнем собираться на концерт вместе. Будем тусить сегодня! Подо мной М5 Асфальт Так, ну что сказать, я довольна. Это идеальные выпрямленные волосы, как с салона красоты. Ну, вообще, Dyson — это невероятная штука, девочки. Это оправданная цена, потому что здесь есть все. Здесь есть фен, здесь есть и укладки ваши вот эти вот завитушками, здесь и выпрямиться можно, и челку уложить. Хоть какие тут насадки есть, поэтому это одна из самых лучших вообще покупок, подарков. А сейчас мы завершим нашу укладку тоже за финальным маслом. Почему? Потому что у меня сухие достаточно волосы, уже пора красить, видите, корни отросли как. Вот, но я не крашу здесь в Москве, у меня есть свой мастер в Челябинске, я не хочу ничего менять. И сейчас просто слегка, я даже не прижимаю волосы, я слегка просто наношу по ладошке масло, чтобы волосы блестели. Просто придаю им небольшой блеск. Сейчас будем краситься. Вот. Уже, наверное, с готовым результатом, потому что, не знаю, зачем записывать процесс макияжа? Я уже тысячу раз показывала, как я его делала. Если прям уж сильно захотите посмотреть, как я делала макияж, то пишите в комментариях. На руле, а руки и любви, круты на нуле, страты по-любому. Короче, у меня уже концерт Макана, и не могу остановиться, меня очень распирает. Я сегодня вот такого формата. Я решила надеть юбку, немного подвернула топ и пиджачок. Что еще? Придется идти в очках. Я бы, конечно, бы с радостью сняла, но очки. Я же иду на концерт лицезреть Андрея. Кто не знает, Андрей Тамакан. Фан факт, мое любимое имя мужское — это Андрей, потому что моего любимого папу зовут Андрей. И как-то, не знаю, мне очень нравится это имя, я бы своего сына даже так называла. Ну, блин, у меня папа Андрей, это будет странно. Я думаю, уже увидимся с вами на ВТБ-арене с моей любимой подругой Катей, я вам ее покажу.
Она мечтала пропиариться на моем блоговом канале, поэтому увидимся на концерте. ВТБ Арена. А это Кэти Пушка. Здравствуйте, вы во влоге. А, это влог. Вау. Это Кэти Пушка. Это Кэти Пушка. Это ВТБ Арена. Привет, привет. Вау. Ну что, мы идем. Так, ребята, мы купили воду. Расскажи свои впечатления. Тебя трясет? Красиво в ВТБ Арена. Мне не так трясет, потому что я... Ну, я же была уже. Да, она уже второгодница. Второклассница, я... А, нет, Настя, это не на футбольном поле. Мы подумали, это вип-ложа. Не на футбольном поле. Ёшкин, макарюшкин. Я-то думала, никого нету еще. Мне страшно, я в тюрьме. Обстановка такая. У нас тут сверху камеры. Я прям себе лоджию подобрала. Ой, сколько народу, Катя. Муравейник. Куда вот я наряжалась, я вот думаю. Ведь ты права была, что ты не нарядилась. Вот я сижу и думаю, вот куда даже выгулять мой наряд? Я укладку сделала. Вот человек укладку сделал. Я тоже на Дайсон укладку сделала, только другого формата. У нас одинаковый Дайсон, кстати. Да, кстати. Ну все, на этом закончим. Что за пятно? Здравствуйте. Ребята, уже где-то минут 40 прошло с начала концерта, и нифига ничего не изменилось. Это Москати нас, наверное, не видно. Насыпаю везде свои волосы. Тебя и каждого, кто пришел сегодня поддержать меня и спеть вместе со мной мои песни. Но даже перед выходом на сцену я не воспринимаю и не осознаю себя как артиста и предлагаю тебе не делать этого. Для меня музыка — это реализация таланта, которым наградил меня Бог в ресурс. Ресурс где-то кому-то помочь, где-то кого-то направить и подсказать в нужный момент. Ведь когда есть возможность говорить, надо говорить о главном. Ну что, для того, чтобы начать, мне нужно услышать от вас совсем такое небольшое. Вы готовы? Я готова. Или кого-то 10 раз открыли и встретили какую-то новую девочку, то ли запах, то ли похожая кофта, то ли еще что-то. Так бьет в голову, в голове как будто Шазам слова. Если... Вот, мне кажется, мы сейчас будем. Поехали. Если Шазам... Я не понял. Люди, сука, вода, сердце так сильно бьет. Люди, сука, не сигареты. Даже если так не болело, тогда кто-то не важен. И что дальше по кругу? Быть с тобой, я же все дал, чтобы быть с тобой. Но без всего ты я не твой. Ты чужая. Я ведь жил тобой. И убил тобой же. Я бы посмотрел на правду, правду я вижу только твои глаза.
старый стяг, ты бог, она узнает эту широту слова. Иди, я Зрители ниже. Взорвали за всех. Затем выйдет зрители.